Всем привет! У нас сегодня очередная лекция на тему, разработки. Вот, напоминаю, что так или иначе, по крайней мере, поначалу, у нас будут перемежаться темы, связанные с инструментариями питоновскими и инструментариями разработки для питона. Вот. Некоторое время мы потратим на то, чтобы немножко потыкать в гид. Сразу предупреждаю, что вот то, что я расскажу сегодня про гид, предполагается, что вы уже знаете тем или иным способом. Вот. То есть, ну, это у нас было отчасти в прошлом семестре на практикуме, отчасти где-то еще. Я не хочу тратить слишком много времени на разговор про то, что такое, ну, как коммитить, как все это работает. Точнее, нет, я потрачу на это время, но сегодня. Чисто теоретически расскажу бла-бла, вот, расскажу, как это устроено. Если у кого-то из желающих вот во всем этом потренироваться нету практики, нарабатывайте эту практику. Мое соображение состоит в том, что лекция по такой практической штуке, как система контроля версии, это довольно бессмысленная вещь. Ну, вернее так, она без практики бессмысленна. Вот. Что нас будет действительно интересовать в этом семестре, это аспекты совместной разработки, собственно, как это заявлено в названии курса. Вот. Значит, вторая часть, которую мы сегодня успеем, я надеюсь, потыкать, это мы начнем разбираться с ТК-интером. Вот там-то как раз на самом-то деле, ну, теоретических, не теоретических, но лекционных кусков больше, но... Если вы помните, я вам обещал не только ТК-интер, поэтому посмотрим, как пойдет. Какие задачи решаются в процессе совместной, ну, пока что еще просто разработки, когда, скажем так, всегда решались в процессе совместной разработки и под которую, собственно, были разработаны системы контроля версий. Самая первая задача, она тут почему-то вторая, на самом деле она первая. Это версионирование файлов. То есть первое, что пришло в голову людям, которые занимались системами, которые занимались программированием задач не настолько маленьких, чтобы это можно было зарешить за 1-2 дня в одной отдельно взятой голове, то есть собственно процесс разработки направлен на то, чтобы обеспечить нам с вами удобную работу в процессе, когда в процессе написания кода и его отладки и утрясания, значит, с другими участниками проекта, у вас периодически выгорают кэши и переключается контекст. То есть вот вы поработали с программой, забыли про нее, потом вспомнили, поработали, забыли. Ну вот, вот этот процесс должен быть поддержан. Собственно, любой большой проект устроен ровно так, никто никогда не помнит его целиком, даже чиф-программер. Вот. Ну или любой длинный проект устроен так, то есть проект, который там ведется понемножку, но в течение довольно длительного времени. Кстати сказать, свободные проекты очень часто устроены именно так для многих из участников, потому что часто это бывает только свободное от работы время, иногда бывает так, что человек не мотивирован, он там по полгода не участвует, потом снова участвует, такие дела. Вот. Соответственно, процесс такого рода разработки обладает некоторой спецификой, и в первую очередь, конечно же, очень важно, чтобы, даже безо всякой специфики, чтобы у нас была некоторая история вот того, как мы эти наши файлы редактировали. Так что самая первая задача сводилась к тому, чтобы версионировать файлы, которые мы редактируем, и как-то вот отличать старую версию от новой, уметь ссылаться на старую версию, уметь ссылаться на новую, получать старую и так далее. Вот. Довольно скоро, хотя это не сразу, то есть я так помню, что очень долго люди придерживались вот этой идеи, что версия должна быть у файла, в CVS, например, только так и устроена. Довольно скоро, но не сразу, до людей дошло, что версионировать файлы смысла особо нет. Ну, вернее, не так. Версионирование файлов нужно для того, чтобы видеть историю, да, какие изменения происходили с файлом предыдущей версии и что получилось с файлом следующей версии, да, какие были изменения внесены в этот файл.
Так вот, версионирование файлов смысла особого не имеет, а особый смысл имеет версионирование состояний всего корпуса кода. То есть мы работаем над исходным кодом, что-то с ним поделали, изменили, добавили, удалили один или несколько файлов, и у нас получился новый, хороший, годный код. И с точки зрения именно версий, то есть как бы каких-то точек остановок, да, важно в первую очередь не то, что мы поправили какой-то один файл, тем более, что мы их поправили много, а вот что у нас было одно состояние кода и стало другое состояние кода. И это как бы следующая версия. Вот версионирование этой штуки, да, то есть присваивание каких-то имен собственных такому состоянию, или как минимум идентификация таких состояний. И это даже более важная задача, чем версионирование файлов. Вот. Хотя, конечно, его никто не отменял, просто тупо сравнивать файлы по версии обычно никому не интересно. Вот. Версионирование самих файлов, ну и каких-то объектов, потому что в системе контроля версии не обязаны быть файлы, мы про это поговорим в следующий раз. Вторая задача, на самом деле, это хранение. Потому что хранить все на свои файлы в системе, это, конечно, очень хорошо, но в какой-то момент выясняется, что особенно когда людей над проектом работает много, централизованное хранение, оно просто необходимо, а во многих случаях еще и спасает. Да, там у человека погорел диск, потому что у него был старый комп, или значит, он переехал в другое место, или там что-то случайно стер, или что-то еще. Короче говоря, одно дело какой-то свой домашний компьютер, на котором хранение — это такая довольно условная штука. И все равно другое дело какой-то сервис, на котором хранение, собственно, происходит. Это вторая задача системы контроля версий, да, которая возникает при разработке, которую нужно решать и которую нельзя решать, ну, таким вот способом, давайте на это забьем. Вот. И третья важная задача системы контроля версий – это введение истории изменений. Причем история совершенно не обязательно линейная. Поскольку мы только что договорились, что история файлов и история состояний – это, в общем, два разных понятия, каждый из которых нас интересует, то вот историю состояний и как одно состояние получается из другого, нам тоже очень интересно наблюдать. Заодно нам было бы очень интересно узнать, что вот в данном месте история вообще нарушается, и мы внезапно приносим что-то совсем новое в наш корпус кода. Вот. А уж когда идет совместная разработка, где несколько людей одновременно работают над одним и тем же кодом, история вообще превращается в ориентированный граф. Кстати сказать, совершенно не обязательно несколько людей. Вы сами можете работать над одним и тем же кодом, так скажем, в двух ипостасях. Ну, например, классическая схема, когда у вас есть репозиторий, в котором три ветки. Одна ветка для деплоймента и сопровождение, другая ветка для тестирования, и третья ветка, собственно, для девелопмента. Да? Это как бы три параллельно идущих процесса, и понятное дело, что, например, у вас в процессе деплоймента возникает бага, вы ее как-то страшно фиксите по-быстрому, да? И этот фикс попадает только в ветку для деплоймента. Потом вы эту багу аккуратно фиксите в девелопменте, потом вы ее тестите в тесте, и потом вы ее передеплоите в деплойменте, если это возможно. А если нет, то туда этот фикс не попадает. Да? Вот. То есть, вот, пожалуйста, значит, ситуация, когда один и тот же человек параллельно по трем траекториям работает с одним и тем же кодом. Понятное дело, что вот мое такое легкое утверждение, фикс попал из одной ветки в другую, на самом деле связано с довольно интересным процессом, который называется мерж, о котором мы тоже поговорим. Вот. Нелинейная история. Как видите, это далеко не все. Вот я зря тут написал разработка, на самом деле это задача именно системы контрольной версии. Как видите, задачи, собственно, совместной разработки далеко не исчерпываются использованием системы контрольной версии. Вот. И типичный пример, о котором мы тоже, я постараюсь, что мы тоже поговорим подальше в семестре, это, собственно, сам GitHub, например, или там GitLab, ну, короче говоря, любой агрегатор, любой портал репозиториев, который предоставляет изрядное количество функций, изрядное для разработки,
отличных от, собственно, использования системы контроля версий. В первую очередь, это создание информационного пространства, в том числе технического вокруг системы контроля версий, все эти pull-реквесты или merge-реквесты, как это в GitLab называется, все эти issue, вот это вот все имеет некоторую привязку к Git'у, но им не является от слова совсем. Да? Задание, вот тут, наверное, все-таки стоит поменять. Вот так вот. Вот, значит, задача системы контроля версий — хранение, версионирование и соблюдение истории изменений. Возможно, сюда же стоит добавить всякие мержи и прочие дебейсы, да, то есть переписывание истории, слияние истории, но давайте будем вот считать, что эти задачи вкладываются в понятие истории изменений, возможно, или нет. Немножко истории, собственно, рассказов про систему контроля версий. Тут это все ссылки на вики. Вот. Значит, когда-то очень-очень давно существовала как раз система RCS, которая была предназначена в первую очередь для версионирования. 85-й год. Как видите, она совсем старая, ориентирована была в основном на C-шный код, хотя не только. Хранилась последняя версия файла и истории его изменений для каждого файла, и на этом все. Вот. Потом были изобретены огромное количество, на самом деле, систем контроля версий. То, что здесь, вот ссылка «Черт в ступе», она ведет на страничку Википедии, где... Ну, вы поняли. Вот. Из таких ключевых, знаковых, это система CVS, которая, собственно, уже полноценно решала все три задачи: хранение, версионирование и истории. Вот. Ну, все 90-е годы была самой популярной. Значит, можно почитать, как это вообще все развивалось. Вот. Это была централизованная система контроля версий, то есть был единый репозиторий, в который люди коммитили, значит, по очереди, сообразно некоторой дисциплине. Вот. И с которым они синхронизовались. Значит, CVS — это такая типичная версия 0 проекта, то есть, ну понятно, не всего, да, что-то, версия 0 в общем являлся RCS, конечно, но и тем не менее, какое-то количество задач, которые должна решать система контроля версий, формулировались окончательно уже в процессе написания самого CVS. Поэтому в какой-то момент стал пользоваться им, ну, совсем неудобно, просто потому что очень много было всяких легаси ужимок. Вот. Главный недостаток CVS — это атомарными операциями над репозиторием, над рабочей копией репозитория, можно было превратить его в тыкву и потом долго чинить. Вот. Я такое в жизни проделал несколько раз, вот, и поэтому... Значит, вокруг CVS, вернее, по мотивам CVS была написана система контроля версий Subversion, вот, которая, собственно, подается как такой CVS на стероидах, которая сохранила более-менее всю идеологию CVS, но вот видите, список возможностей, вау, короче, умеет довольно многое. То есть фактически это было развитие идеи централизованной системы контроля версий, которая решала все те же наши задачи хранирования, версионирования и соблюдения истории, с применением тех шаблонов разработки, которые, поведения при разработке, которые были вот к 2000 году уже более-менее хорошо освоены. Вот. В СВН появились всякие права доступа, и вообще довольно много было проделано работы для того, чтобы совместная работа с единым централизованным репозиторием была, ну, как можно более удобной, да, при соблюдении некоторых дисциплин. Вот. На самом деле, как я уже показывал, таких систем контроля версий очень много. Вот. Есть очень смешная штука под названием Fossil. Вот. Это такое все в одном флаконе. Это и система контроля версий, и project management, и что там еще у нее было, и веб-интерфейс в ней же. Вот. И какой-то демон, который автоматически синхронизируется. Короче, все в одном флаконе. Насколько она предназначена для
сильно-сильно совместной разработки я не знаю, мантенится одним человеком. Но по утверждению этого человека, вот, это распределенная система контроль-версии, то есть она, значит, следует вот той идеологии, о которой мы поговорим чуть позже. Вот. Человек очень непростой, который ее делает. Он же, например, делает SQLite тоже, чуть ли не один. Вот. В общем, она, кстати, пользуется SQLite в качестве хранилища. В общем, интересная штука, вот, хотя скорее как игрушечка. Вот, такая. Вот. Значит, прошу заметить, Фосил напрасно идет вот в этом списке. Он считается все-таки распределенной системой. Про распределенную систему чуть позже. Значит, к чему мы приходим? Да? У нас есть репозиторий. Если мы хотим внести какие-то изменения, мы с ним синхронизуемся. То есть скачиваем какие-то файлы на свой компьютер. Видимо, это будут файлы, отражающие вот это самое состояние всего корпуса кода. Вот. Ну, хотя бы для того, чтобы, извините, если это приложение, чтобы можно было приложение скомпилировать и запустить. Да? Вот. Скачиваем. Ну, то есть синхронизируем, да, актуализируем состояние нашей рабочей копии у нас на компьютере с общим хранилищем. Дальше мы проводим какую-то работу по редактированию отладки, то есть добиваемся ситуации, что у нас получается, допустим, в идеале, новая версия нашего кода, которая работает. Вот. Дальше оформляем так называемый commit. Я не смог перевести слово commit на русский язык, поэтому будет у нас в разговоре использоваться термин commit. Commit — это акт обновления репозитория. Вот, в котором написано, какая задача решалась, и отчасти рассказано, каким способом. То есть в расчете на то, что какие-то люди, которые будут плохо знать общую постановку задачи и, в общем, не очень хорошо понимать, что за работа проделана, вот, например, эти люди — это вы, но через полгода. Нужно оставить такую памятку, что именно, как. Вот. А уж дальше умному достаточно, он посмотрит различия между двумя состояниями репозитория, и это будет вот div. И этот div как раз ему покажет, как именно эта работа была проделана. После чего, значит, это оформление коммита, после чего мы, собственно, публикуем этот коммит в общий репозиторий, вот, и наш вклад в общее дело закончен. Каждый акт работы над кодом происходит циклически, и содержимое этого цикла вот так вот. Синхронизировали, актуализировали код, поправили, оформили коммит, опубликовали. Запихали обратно в общую кучу. В случае централизованной системы контроля версий, при организации дисциплины совместной работы существуют две проблемы. Проблема первая и такая главная, которая не решается чисто дисциплинарным путем. Это интерференция изменений. Если несколько людей работают над одним и тем же кодом, в тот момент, когда они что-то публикуют, начинается возня. Потому что на самом деле мы не можем просто взять и вот на пункте 4 опубликовать. Потому что если за это время в исходном коде произошли изменения, то попытки опубликовать изменения, которые должны применяться к уже слегка другому коду, могут привести к тому, что, ну, одно из двух, да, либо вы все убьете, вот эти изменения, вы, что еще хуже, частично, да, вы изменили файл А и Б, а ваш товарищ изменил файл Б и С. Сначала опубликовал изменения он, а потом вы. И вот то, что тот Б, который вы опубликовали, он уже теперь не такой, как, не соответствует С. Вот. Либо вам скажут: нет, ребята, смотрите, вы тут попытаетесь пушить, а пушить некуда, там уже другие объекты лежат, давайте синхронизуйтесь. И вы вроде бы уже решенную задачу по изменению кода должны еще раз проделывать, актуализовать те изменения, которые вы проделали с тем, что изменилось в общем репозитории, то есть выполнять мерж, причем выполнять его уже после того, как вы уже все сделали. Вот. Проблема состоит в том, что информационно эти две операции, актуализация и публикация, то бишь мерж и пуш, да,
оказываются завязаны друг на друга. Вы хотите пушить, но сначала надо помержить. Вот, вы, значит, мержите, но пока вы мержите, там еще что-то меняется. Ну, короче, пуш в общей репозитории – это всегда опасная штука, потому что вы его не контролируете. Да? Он, значит, этот пуш может упасть в неудобное место. Вот. Поэтому в централизованных системах контроля версий очень развито управление ветками, прям очень-очень, потому что понятное дело, что если вы просто в другой ветку вот этого истории пушите свои изменения, то понятно, что вы никому не мешаете. Потом их можно будет поддерживать. И Б очень развиту так называемые access control листы, управление доступом, чтобы людям просто раздать некоторые области их ответственности, и когда мы вносим изменения, мы точно знаем, что я точно знаю, что я не помешаю своему товарищу, потому что у нас общих целей просто нету, или если есть какие-то файлы, которые нам обоим доступны, какие-то разделы в нашем репозитории, то там мы должны уже дисциплинарно договариваться. Вот такая проблема интерференции. Вторая не менее важная проблема – это проблема переписывания истории. Она стоит вот в чем. Общий принцип – историю переписывать нельзя. Ну, понятно, значит, вы что-то опубликовали, потом «Ой, нет, я все плохо, нет, я сейчас переделаю». А в это время ваши товарищи уже синхронизировались с тем, что вы опубликовали. Особенно, как вот в случае Fossil, автоматически. То есть там клиенту приехал сигнал, новый код, клиент такой, этот код весь скачан. Вот. То есть, общее правило, история не переписывается. Переписывание истории – это всегда такой плод договоренности всех участников процесса, да, о том, что смотрите, мы тут налажали, давайте мы сейчас вот в соседней веточке по-человечески это все поправим, а потом эту старую веточку просто удалим и будем пользоваться соседней, где все будет по-человечески. Или все ставятся на паузу, говорят, так, ребята, слышите, откатитесь, пожалуйста, вот до того места в истории, вот до того, там было все хорошо, а я сейчас все поправлю. Тут вот Андрей замечает, что Министерство правды переписывает историю. Как вы понимаете, Министерство правды переписывает историю не в целях эффективности разработки, а как показывает практика переписывания истории такого рода, скорее наоборот, да, в целях эффективности, как это. Ну, короче, не когда нужен хороший продукт конечный, да, а когда нужно предсказуемое поведение участника. Ну, в общем, эти цели, в общем, даже, на мой взгляд, конфликтуют, потому что нам-то нужно сделать программный продукт сообща. Вот. А это означает, что чем больше правды в истории, чем более она адекватна, тем лучше. Тем не менее, переписывание истории – это проблема, потому что ошибки случаются, карты не стеклянные, случаются тупиковые ходы, случается ситуация, когда вы решаете задачу и думаете, что вы ее решили, а на самом деле возникают какие-то ошибки, деградации и все остальное. Вот. И иногда эти тупиковые ходы хочется просто выбросить, потому что они от того, что их кто-то увидит, никому не лучше. Типичная ситуация для меня, как для человека с шаловливыми ручонками, это всевозможные синтаксические ошибки и неточности в commit message. Вот я написал commit message, закоммитил его, а потом вижу, что там слово компиляция через букву R написано. Вот. Но это еще ладно, да? А иногда там неверный номер какой-нибудь ошибки или что-нибудь такое. К сожалению, поскольку сам commit это такой объект, commit message, ну commit это такой объект, который является частью вашего репозитория, переписывание commit message, так называемый reward, это тоже переписывание истории. Вот. И вот эта штука, ну, в случае централизованной системы контроля версии абсолютно неконтролируема, потому что, ну, все, вот, пока мы все вместе не договоримся, что начиная с этого места история переписывается, у нас ничего не получится. Подковерно ее переписывать нельзя. На самом деле, главной проблемой, ну не проблемой, а главным препятствием использования такого рода систем контроля версий типа Subversion для совместной разработки, в особенности открытого софта, ну, в смысле открытой разработки, в особенности свободного софта, главным препятствием было даже не наличие вот этих вот проблем, а невозможность полностью рассинхронизовать
процесс разработки. Вот когда мы сидим одной командой чуть ли не в одном помещении, да, мы можем отлично пользоваться общим там SVN, а какие-то вещи очень-очень быстрые, когда, а вот слушай, не комись, пожалуйста, я сейчас допилю свою, да, просто там вот в офисе кричать, вот, или там в чатике кого-нибудь писать. Да? Если у вас разработка по свободному принципу, по открытому принципу, и как бы у вас участников процесса очень много, они все находятся в разных тайм-зонах, у них разная мотивация и так дальше, такое не работает. Что работает? Ну, как обычно в таких случаях, если у вас инициатор роста этого дерева, да, вот ваше дерево разработки растет, вот код, да, там вот есть объекты, они как-то развиваются. Так вот, если у вас инициатор такого дерева не один, то технология push, вообще говоря, плоха, а правильная технология pull. То есть мы переворачиваем вот этот кусок разработки с позиции так в позицию вот так. Мы говорим, ребята, нет никакого централизованного репозитория, куда все запихивают свои изменения. Есть у каждого из участников процесса свой собственный публичный репозиторий, куда он, участник процесса, публикует свои изменения. У каждого. Еще у каждого участника процесса есть свой локальный репозиторий, в котором он эти изменения накапливает и делает. То есть, пункт первый. Это был, наоборот, перестроен. Значит, пункт первый. У нас есть два, у каждого участника процесса есть два репозитория. Первый репозиторий локальный, где он накапливает эти изменения. И второй репозиторий публичный, куда он их публикует. То есть процесс push и процесс commit, точнее, commit и push разделены. Коммитов может быть много. Каждое изменение оформляется как отдельный commit. А финальный push может быть при этом один. Вот, который пушит сразу много коммитов, которые вы понаделали. И пушит он их не в общую кучу, а в лично ваш публичный репозиторий. И это второй, собственно, принцип, главный, да, что работа с распределенным системой контроля версии происходит по технологии pull. То есть, когда возникает необходимость слить все воедино, то специально выделенный человек, например, Project Leader, берет по своему усмотрению те репозитории публичные, в которых опубликованы изменения, и все их мержит в один. То есть разработчик кусочка отвечает за слияние, за влияние своего, вставление своего кусочка в общий исходник. А разработчик всего, который, в общем, даже почти не пишет, или вообще не пишет, как Linux, отвечает за процесс мержа все в один флакон. Ну, кстати, сейчас, по-моему, не Linux, а Грег этим занимается. Вот. Но не важно. Чем эта технология лучше? Да, вот. Чем пул-агрегатор лучше, чем общий централизованный репозиторий? В первую очередь, правильным разделением ответственности. Люди, которые работают над подсистемами ядра Linux, хакают подсистемы ядра Linux и публикуют свои хаки. Ну как хаки? Допилы, да? Человек, который работает над большой подсистемой или прям над всем ядром, ему уже не нужно заниматься вот этой работой по допиливанию. Он смотрит на то, какие изменения предлагаются, принимает их или не принимает, и при общем слиянии всех вот этих веток разработки, вот, даже не веток, да, при общем слиянии всех публичных репозиторий в один большой preshared source, да, проделывает работу по притирке ситуации, когда такие изменения интерферируют. Поскольку push и commit разделены, каждый commit представляет собой одно изменение в репозитории, и шансов на то, что именно оно будет интерферировать с какими-то чужими изменениями, в общем, мало. А если такое случается, это на самом деле как раз и означает, что эти два коммита одновременно применять нельзя. Да? Люди решали либо одну и ту же задачу, оба, либо, значит, решали, как бы, исправляли какое-то проблемное место, каждый по-своему, да? Но место одно и то же, и поэтому результат их работы нужно как-то слить. То есть все равно эту работу по мержу надо проделать.
Вот такие дела. А как устроен цикл работы разработчика с распределенной системой контроля версий? Устроен он практически так же, за исключением того, что поскольку у нас теперь коммит и пуш разделены, то есть публикация и оформление изменений разделены, то цикл выглядит так. Мы актуализируем нашу рабочую копию. На самом деле мы актуализируем наш локальный репозиторий, у которого есть рабочая копия. То есть у нас всегда хранится локальный репозиторий на машине, полностью адекватный тому, что есть. Вот. Значит, дальше. Занимаемся разработкой. Отредактировали изменения, закоммитили, оформили его. Закоммитили его в репозитории. Отредактировали, оформили, закоммитили. Отредактировали, оформили, закоммитили. В результате у нас наш локальный репозиторий начинает убегать вперед от нашего публичного. Вот. До тех пор, пока мы не решили, что все, работа на сегодня закончена. Получился в результате хороший, годный код. Вот этот хороший, годный код состоит из цепочки состояний нашего корпуса кода, каждый из которых, в общем, вполне себе нормальный, но вот под конец уже работа там доделана, можно коммитить, можно пушить. И мы пушим, то бишь публикуем наш коммит в публичной репозитории. От себя замечу, что это цикл индивидуальной разработки, а не совместный, потому что в совместной разработке должен быть еще кто-то, кто мержит все имеющиеся публичные репозитории тех людей, которые работают над данным проектом, в один. Вот. То есть появляется некоторый метауровень, которого нам не хватало в случае централизованной системы контроля версий. Вот. Что еще можно сказать? Еще можно ответить Андрею. Фактически разницы в общем нету. Да? Значит, давайте я озвучу вопрос. В чем разница между созданием у каждого разработчика своего репозитория и созданием в одном репозитории веток для каждого участника, которые потом мержатся в одну ветку? В принципе, особой разницы нету. То есть здесь скорее вопрос дисциплины и вопрос индивидуальных предпочтений. Потому что ситуация, когда мы создаем для каждого разработчика ветку, требует админа, который говорит: чувак, вот тебе ветка, туда ты можешь пушить, а больше никуда. А чувак ему в ответ: а мне нужна еще одна ветка, потому что вот у меня есть две линии разработки, мне нужно пушить, как бы, и я хочу, чтобы, значит, она велась. Админ говорит: ну, сегодня я не могу, я вот завтра сделаю. Или это все результат чистой договоренности разработчиков, и на самом деле все во все места могут пушить. Вот, и, например, случайно что-нибудь друг другу затереть просто потому, что там не договорились. Вот. Ну и потом это как-то оперативно решать. То есть сама структура централизованной разработки, она этот процесс непосредственно не поддерживает. Нужны либо административные решения, либо административные решения. То есть кто-то с кем-то должен договориться. И вторая проблема, ну не проблема, да, второе удобство распределенной системы контроля версий, что вообще говоря, вы можете пользоваться какими хотите хранилищами, какими хотите публикаторами. Вообще то, как вы публикуете свой код и как вы с ним работаете, это ваше личное дело. Единственное, что от вас требуется в процессе совместной разработки, чтобы можно было с вашим репозиторием помержиться. Все. И это тоже очень сильно снимает вопрос о дисциплине, скажем так, работы с таким репозиторием, хотя не снимает вопрос, мы об этом потом поговорим, не сегодня, о дисциплине оформления. Сегодня, кстати, тоже. О дисциплине оформления такого репозитория. Да? Вот. То есть чисто по работе распределенная система контроля версии воспроизводит тот процесс, который, вообще говоря, есть при совместной разработке. А централизованная, в общем, позволяет его с тем или иным, с той или иной натяжкой моделировать. Ну вот, видимо, в этом разница. Как я уже только что сказал, тем не менее, поскольку разработка совместная, про это мы опять же поговорим чуть не сегодня, но озвучить это надо, и поскольку у нас, как я сказал в самом начале сегодняшней лекции, одна из целей такого рода подсистемы состоит в том, чтобы документировать процесс разработки так, чтобы можно было потом понять,
Довольно важно соблюдать некоторые простые правила разработки, которые позволят вот это понимание с одной стороны обеспечить, а с другой стороны минимизировать труд того человека, который делает мерж. Первое и самое главное правило, которое открывается после разделения коммита и пуша. Одно изменение, один коммит. Это очень важно. То есть, если вы решаете какую-то задачу, и в этой задаче нужно сначала сделать то-то, потом сё-то, потом пятое, потом десятое, то решение каждой подзадачи хорошо бы оформлять в виде отдельного коммита. Почему? Во-первых, вам будет проще написать commit message, в котором вы объясните, что вы сделали. Я поменял 100-500 файлов, чтобы решить 100-500 делить на 10 разных подзадач. Плохой коммит, негодный. Да, значит, 100-500 на 10 коммитов, то бишь 150, да, вот это хороший годный коммит. В смысле процесс. Во-вторых, когда атомарные изменения, которые решают одну подзадачу, будет мержиться, то есть шанс, что оно не будет интерферировать с другими атомарными изменениями. Да? А вот когда этих атомарных изменений собрано в одну кучу 100, шанс, что он заинтерферирует с кем-то еще, он как бы в 100 раз больше. Вот. Поэтому одно изменение, один коммит. В зависимости от дисциплины разработки, специфики проекта и так далее, иногда есть требования вообще отсутствия регрессии на каждом коммите. То есть, типа вот это такой современный тренд, который мне очень не нравится, но тем не менее он есть. Зачем нам теги, зачем нам релизы? Каждый наш коммит улучшает наш код. Мы проверили. Особенно там, если есть CI, какой-нибудь Continuous Integration, и действительно, после каждого коммита выясняется, что все тесты прошли, весь deployment прошел, вообще все прошло. Значит, этот хороший, годный коммит код не ухудшает вообще, а только его улучшает, потому что решает какую-то задачу. Вот. В действительности так возможно не всегда. Стопроцентное тестовое покрытие – это фикция. Ну, короче говоря, надеяться на то, что каждый коммит только улучшает код, конечно, нельзя, но требование отсутствия явных регрессий в коммите – это хорошее годное требование. Это не регламент в том смысле, что это требование можно нарушать. Это такая, ну, рекомендация. Понятное дело, что если вы пишете много-много кода, то просто вписываете, да, то есть ваша задача стоит в том, чтобы писать много кода. То по-хорошему, конечно, вы сначала пишете какой-то стаб, этот стаб не работает, он там падает, но по крайней мере вы его написали, потом пишете одну функцию, потом другую, и все это должно быть, конечно, не одним коммитом, а несколькими. И в процессе работы, разумеется, возможна регрессия. Ну, по возможности. Commit message, то есть описание того, какие вы изменения сделали, в случае, особенно в случае вот ситуации DWCS, должно быть очень-очень информативными. Ну, модель обычно такая. Вы описываете, какую вы задачу решали в одну строчку, и потом в несколько строчек описываете, а что, собственно, вы сделали для решения этой задачи. Коротко, очень коротко. В таком файле поменял то-то на то-то. Поменял там интерфейс функции, поменял то, поменял все. Вот. И последнее. Помните проблему изменения задним числом? В случае централизованной репозитории эта проблема вообще не решается. Про pull-request расскажу чуть позже, Андрей, ладно, это как раз штука, которая идет вне и поверх непосредственного процесса разработки, как это ни странно. Это вопрос информационного проникновения, а не вопрос, собственно, процесса. Да? В недостижимом и несуществующем в реальной действительности идеале, вот человек, который chief programmer, который только мержит, он просто знает, что происходит во всех в его проекте и мержит то, что считает нужным. Понятное дело, что на самом деле все не так. Но об этом мы поговорим не сегодня. Это действительно проблема, это проблема социального взаимодействия. Так вот, помните, значит, изменение исходников, плюгонных исходников задним числом. Эта задача вообще невозможная, нерешаемая в случае централизованной системы контроля версий, и вполне себе решаемая в ситуации, когда у вас коммитов много, а кнопочка push, да, то есть операция push, происходит только тогда, когда вы приняли решение, что пора это публиковать. Предположим, вы накоммитили чего-то, у вас там десяток коммитов, и тут вы замечаете, что шестой из этих 10 коммитов какой-то неправильный, там кривой коммит месседж. Вы нашли багу, которую вы поправили
в 11-м комите. Вот. А багу приехала бага в 6-м комите. Зачем публиковать вот эти 11 комитов, когда вы сначала на 6-м багу вносите, потом она, значит, в течение еще там 5 живет, а потом на 11-м ее выносите. Если этого еще никто не видел, если вся вот эта история изменений только в вашем локальном репозитории. В этот момент вы переписываете историю своего локального репозитория на том отрезке, который отличает ее от опубликованного. От этого не страдает вообще никто. А вот лучше от этого может стать, потому что баги, которые может сбить с толку человека, который читает этот код, в опубликованном просто не будет. Что вы делаете? Вы сливаете комит номер 6, комит номер 11, ну точнее, меняете местами и приплюсовываете те изменения, которые вносили багу, к тем изменениям, которые ее фиксили. В результате у вас получается, а возможно, еще и переписываете commit-месседжи, чтобы было понятно, что произошло. Вот. В результате у вас получается хорошая, чистая, линейная история, в которой этой баги как бы и не было. И это не потому, что вы такой глупый и боитесь показать, что вы такой глупый, а потому что потом это будет легче читать. Поэтому важный пункт вот этого разделения атомизации комитов и разделения внесения исправлений и их публикаций состоит в том, что когда вы принимаете решение публикации, вы уже поправили всю историю таким образом, всю сгенерированную вами историю таким образом, чтобы она была пригодной для совместного использования. Вот. Это как бы изменение истории до ее публикации, это как бы правильная работа. Именно поэтому, в принципе, в сообществах, которые занимаются совместной разработкой с помощью там того же Гита, могут быть гораздо более строгие требования по ответственной публикации, потому что, ну, понятное дело, что и в этом случае от двойной ошибки тоже никто не застрахован, да, то есть вы эту ошибку внесли, но так и не заметили. Вот. Понятное дело, и такое бывает сплошь и рядом. Но понятное дело, что двойные ошибки встречаются в N раз реже, чем одинарные. Вот. Такие дела. Давайте мы сделаем вот как. Я вот этот пункт с примером покажу сразу на каком-нибудь живом коде. Вот. И поясню, что происходит. Еще раз. Сегодняшний кусок лекции это такая попытка упихать курс молодого бойца по ГИТу в рамки чуть ли не там меньше, чем 2 академических часа. Да? Значит, я предполагаю, я, кстати, не сделал ссылку, надо будет сделать ссылку. Вот эту ссылку на курс молодого бойца по ГИТу я положу, чтобы все туда потыкали, кто сюда пришел только что и, в общем, с ГИТом не очень умеет разбираться. Да? Значит, у нас непосредственно гид будет, конечно, обсуждаться, но какие-то знания нужно будет добывать самому. Это вообще специфика данного курса, обращаю ваше внимание, про то, что какие-то знания для того, чтобы по нему, в общем, как это, успешно идти, надо добывать самому. Это будет всегда так. Мы будем изучать инструментарий, а потом его говорить, а дальше сделайте сами. Мы будем изучать там, не знаю, ну, короче, вот имейте это в виду. В том числе и по гиду. Давайте мы прямо с программы начнем. Такое вот извращение. Вот у нас есть мой гитхабовский репозиторий. Я, кстати, подумал, что он совершенно не обязательно должен быть гитхабом. Вот. Вот он, Python Development 2021. Вот мы его клоним. Давайте вот так вот. Да? Значит, вот мы его клоним. Сейчас тут только уже один такой есть. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Ну хорошо, давай вот так вот сделаем. Git клон. Вот эту всю фигню. Чё? Permission denied? Да ёлки-палки. Вот мы выклоним этот репозиторий.
И там уже есть какой-то исходный код, ну, на самом деле никакого, только readme. Вот. Давайте мы, значит, вот этот клон, это процесс начальной синхронизации, то есть вот в нашем вот этом цикле это такой пункт номер 0, который идет до синхронизации. Синхронизация — это, конечно, git pull. Он нам скажет, что все на месте, что ничего там лишнего нету, up to date. Вот. И давайте прям скопипастим. Да, Рушен, смотрите, идея стоит в том, что вы тем самым перепишете историю. То есть у вас было 10 атомарных коммитов, вы исправили 6, в действительности вы исправили также 7, 8, 9 и 10. Вот. Это я отвечаю на вопрос, правильно ли утверждать, что если исправил 6 коммит, то в остальных эти изменения применятся. Да, конечно. Более того, Git, в отличие, скажем, от того же RCS, не хранит историю изменений. В смысле, не хранит дифы. Git хранит все файлы, которые вы когда-либо написали. Просто сами файлы. И историю, как из одного файла получался другой. Все. То есть никаких дифов нету. Просто есть много-много-много объектов и граф, который говорит, в какой момент из какого объекта получился какой-то. Соответственно, когда вы переписываете историю, почему ее нельзя переписывать? Потому что вы меняете 6-й коммит, а вслед за ним меняется 7-й коммит, это будут другие объекты с другими контрольными суммами. Да? Набор другой. А также 8-й, 9-й и 10-й. Почему это сделать можно? До тех пор, пока вы это не опубликовали, ваш 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й коммиты – это лично ваши проблемы. И вы, да, выкинули 5 одних коммитов и вкинули 5 других. Никто этого не заметил, потому что вы это еще не опубликовали. После, в какой-то момент, вы поняли, что теперь все правильно, нажали кнопочку push, и все уехало на сервер, и стало там хорошо. И никто не увидел, что вы 6-й коммит у вас был, ну, информационно мусорный. Вот. Именно так. Значит, ну чего, давайте мы отредактируем какой-нибудь файл. Да, там. Simple. TK-Inter. Давайте попроще. TK simple. .py. Вот. Прям скопипастим отсюда. Даже смотреть пока на него не будем. Просто некоторый примерчик того, как работает TK-Inter, чтобы отвлечься немножко от бла-бла и заняться делом. Вот. Ну, во-первых, давайте убедимся, что он работает. Он работает. Вот. Теперь относительно гита. Командочка git status покажет нам, что у нас есть в нашей рабочей копии. Значит, напоминаю, как устроен git. У вас есть весь репозиторий в локальном виде, который лежит вот здесь. Вот он. Вот это все в каталоге .git вашего, под каталоге .git вашего каталога лежит весь репозиторий, который вы, собственно, с которым вы актуализируетесь, вот, с какой-то своей внутренней структурой. Мы в процессе, значит, лекции будем туда заглядывать периодически, смотреть, что там происходит. Вот. Вот он там. В частности, объекты все лежат вот здесь, вот где-то. Вот. Вот они. А, они тут запакованные. Ну, короче, где-то тут они все лежат. Неважно. Репозиторий. Туда даже заглядывать пока не надо. Командочка git status говорит, что у вас в рабочей копии появился новый файл, который, вообще говоря, не принадлежит репозиторию совсем. Вот. То есть сейчас с точки зрения гита никаких изменений не произошло, просто в рабочей копии, которая соответствует какому-то срезу состояния вашего кода, появился новый файл и непонятно, что с ним делать. Значит, мы убедились, что он работает, поэтому мы его добавляем в коммит. Обратите внимание на то, что произошло. Мы говорим, этот файл
будет закоммичен. Мы добавляем в очередной коммит наши изменения. Зачем так сделано? Ну, предположим, вы увлеклись программированием и внезапно решили сразу три задачи вместо одной. Поправили в одном файле, исправили в другом файле, еще ошибку какую-то пофиксили в третьем. Понятное дело, что полученные изменения надо оформить в виде трех коммитов. Потому что одно изменение – один коммит, а вы их сделали три. Что вы делаете? Добавляете первый файл, делаете первый коммит, потом добавляете второй файл, делаете второй коммит, потом добавляете третий файл, делаете третий коммит. Все, всем хорошо. Поэтому у нас разнесено оформление коммита и его, собственно, выполнение. Вот мы, значит, добавили файл в коммит. Вот. Дальше говорим git commit. Мы сказали git commit, нам запустился редактор, в котором в комментариях написано, что собственно, вы успели проделать с вашей рабочей копией. Вот. Тут написано, что вы за новый файл. И здесь можно написать простой пример. Этот commit message отличается от того, что я рекомендовал, тем, что у меня нет многострочного описания. Многострочное пишется слитно. Почему здесь написано много провел строчное? Вот. И по-хорошему здесь должно быть еще комментарий, что за пример, для чего он нужен. Ну, короче, там буквально несколько строк, собственно, какая, не только какая задача решена, но и коротко как. Более того, я в какой-то момент опубликую историю, вот, в которой, то есть опубликую репозиторий, в которой будет эта штука. Я, ну, надеюсь, что так сделал, могу не сделать, неважно. Вот, текстовый редактор вам позволяет редактировать это сообщение. Вот, и в результате коммита у вас теперь, во-первых, никаких изменений больше не запланировано, и во-вторых, он вам говорит, смотрите, у вас есть удаленный репозиторий и ваш локальный репозиторий обгоняет его на один коммит. Если сделать git push, произойдет публикация. Давайте сделаем. Да, да, совершенно справедливо. Это очень от Родиона хороший совет. Есть gitadd-patch, когда вы можете, даже если вы сделали два изменения в одном и том же файле, но это два изменения, вам нужно, чтобы было два разных коммита. Даже это можно сделать. Мы про это, может быть, поговорим, но не сейчас. Это отдельная тема. Она точно будет у нас на семинарах, а вот будет ли она у нас на лекциях, не знаю. К сожалению, гид слишком практическая штука. С ним надо руками упражняться. Ну, видимо как-то про это я все-таки упомянул. Спасибо, Родион. Вот, в результате мы опубликовали наши изменения вот туда. Ну и заодно закончился цикл. Да? И по новой. Пул. Значит, это актуализация рабочей копии, актуализация нашего репозитория и рабочей копии. На самом деле пул — это команда составная. Она, во-первых, актуализирует сам репозиторий, вот тот, который в .git лежит, а во-вторых, вынимает оттуда и кладет к нам в рабочую копию, соответственно, рабочую копию. То есть это синхронизация с удаленным и мерж. Вот. Дальше мы что-то поделали, дальше мы это проверили, что оно работает, дальше опубликовали. Ну вот, значит, это чуть позже. Давайте посмотрим на этот код, да, который мы только что написали. Мы его скопипастили, поэтому это не так интересно, но с другой стороны, мы пока ничего про TKInter не знаем. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, во-первых, немедленно класс, то есть рекомендуется использовать объектное планирование, когда вы делаете, когда вы работаете с GUI, с графическим интерфейсом. Вот. Мы здесь видим добавление кнопки quit. Вот. И мы здесь видим вызов mainloop, который будет управлять обработкой событий. Мы можем подозревать, что речь идет об обработчике событий, и вообще, вот что какая-то часть работы нашей программы, вот этой,
от нас, вообще говоря, скрыто. Далеко не все, что программа наша делает, написали здесь. Да? Что-то она делает без нас. Смотрите, Андрей, мы про это поговорим чуть-чуть отдельно, про то, что... Но общий принцип, я отвечаю на вопрос, как часто рекомендуется делать пул при коллективной разработке. Общая идея такая. Поскольку вам в случае распределенной разработки и в случае технологии, как бы, когда у каждого репозиторий свой, вот в этой иерархии, у вас всегда есть кто-то, кто должен делать пул, и это не вы, если вы не главный разработчик, не чиф-программер, да, то история такая. Вы делаете, подготавливаете рабочий, ну, как бы, рабочую версию ваших изменений. Вы уведомляете человека, который над вами, который, собственно, занимается пулом, что, или рядом с вами, если у вас иерархия не пирамидальная, что у вас готово. Он делает пул того, что вы сделали. И в этот момент у вас как бы руки свободны. То есть он замержил ваши изменения, а теперь вы должны замержить то, что у него получилось. То есть то, что, то во что он это положил. Да? То есть работа примерно такая. Я беру какую-то более-менее стабильную версию общего кода, с ней работаю, публикую результаты своей работы, уведомляю человека, который занимается мержем, что у меня готово, он мержит, возможно, он при этом со мной взаимодействует, говоря, вот это не получилось, здесь вот, пожалуйста, поправь, или здесь я сам сейчас поправлю при мерже. После чего я как бы мержусь уже с тем, что у него получилось. Вот и все. Поэтому как часто, зависит сильно зависит от дисциплины. Вот. Вы еще с этим встретитесь, когда у вас будут совместные проекты, кто в них будет участвовать, вы как раз будет необходимость друг с другом мержиться периодически. Вот. И будет необходимость как-то друг другу об этом сообщать. И вот тогда пойдут pull-реквесты и все остальное. Вот. Ну, какие-то простые вещи, которые хочется рассказать про вот эту самую ТК-интер, состоят в том, что ТК-интер – это набор виджетов, то есть окон прямоугольной формы, выполняющих всевозможные функции. То есть кнопочки, менюшки, типичный виджет-сет, вкладки, как это, списки и все вот это вот. Это очень старый виджет-сет, один из самых старых вообще. И это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что кое-какие штуки в нем решены, ну, скажем так, не очень. Нельзя сказать, что плохо они там решены, иначе бы он не дожил до нынешних дней при своей возрасте. Вот. Просто есть некоторые легаси вещи, мы с ними будем встречаться. Вот. Хорошо, потому что он достаточно низкоуровневый, чтобы его изучать. То есть, когда вы работаете с какими-то очень высокоуровневыми виджетсетами, там вот эта вот вся механика, с которой мы периодически будем встречаться, она под капотом и выглядит как некое чудесное что-то. Вот. В частности, с геометрией. Вот это главная проблема всех, без исключения, систем виджетсетов. Это то, как их размещать на произвольно отдельно взятом окне. Вот. Так вот, геометрия ТК-интер, она достаточно простая, и в ней можно разобраться. Вот. Геометрия ТК. ТК – это виджет-сет, который, собственно, был написан для языка TICL. Вот. Очень остроумный язык программирования в конце 80-х был сделан. До сих пор жив. Вот, вполне себе. С хитрой объектной моделью, с странноватым, на мой взгляд, синтаксисом, но это один из первых языков, изначально позиционирующийся как язык склейки. То есть язык, на котором пишутся оболочки вокруг чего-то в системе. Вот у нас есть язык склейки shell, но язык склейки shell, он принципиально командлайновый. А вот TCL, он принципиально оконный, потому что к нему прилагается еще целый тулкит под названием TK. Вот. Если есть среди нас люди, которые интересуются там непростыми интересными языками программирования, TCL – это хороший выбор. Вот. Мне он не нравится, но я тут не, как это, вопрос исключительно в личных предпочтениях. Вот.
Python, кстати, тоже язык склейки, так что в этом смысле, да. ТК-интер – это целая библиотека, которая ходит к ТК. Причем, как видите, они ходят прямо через язык TCL. То есть, в действительности, когда вы пользуетесь ТК-интером, у вас запускается TCL-интерпретатор, который открывает ТК-шное окошко, и в этом ТК-шном окошке TCL свои, значит, кнопочно-менюшные и прочие объекты заводит, а Python только им командует. Вот. Это, пожалуй, главный недостаток TCL-ТК, ну, ТК-интера, вот, которого, с другой стороны, практически никогда не видно. Есть некоторые странные особенности с этим связаны, мы их сегодня посмотрим. Вот. Обратите внимание на то, что документации на эту тему, в общем, очень много. Вот. Но самая приличная документация, которую я в своей жизни видел, это вот этот справочник, вот, про который я расскажу печальную историю. Такой был на свете Джон Шипман, который работал в университете Нью-Мехико. У него был такой, он довольно старый дядька был, вот. Такой типичный программист, у него там есть курсы по Java, по операционным системам, еще почему-то. Вот. И в частности, он нафигачил вот такой вот учебник обновляемый по ТК-интеру. Вот. И опубликовал на своем сайте вот этот VVNT-еду. Это прям его собственный сайт, который он там сам же в одиночку и поддерживал. И ссылка на Википедии, ссылка еще где-то, это действительно из таких вот разумных справочников, которые объясняют, как это все под капотом происходит, самый такой приличный. Потом дядька вышел на пенсию, потом умер. В честь этого события админы университета Нью-Мехико решили этот сайт просто убить. Я им пишу: чуваки, это сайт, на который есть ссылки просто отовсюду. Вот этот справочник, это как бы, ну, то, почему люди учатся. Вы что делаете? Давайте я хоть замирую его себе. Они говорят: ну вот есть PDF 93-го года, смотрите в него. Я говорю: ну что значит 93-го? Последняя версия там, по-моему, 14-й что ли год, или 12-й, 13-й. Они говорят: у нас нету, мы уже все удалили. Хорошо, я нашел какого-то чеха, который тоже делал, значит, какой-то агрегатор зеркал всего на свете, связанного с ТК-интером, и я там нашел вот эту штуку. Я ее у него аккуратненько стырил и аккуратненько опубликовал, и она все еще есть. Так что вот. Отвечаю на вопрос, почему во втором питании ТК-интер начинается с большой буквы, а в третьем с маленькой. Потому что, в принципе, есть такая тенденция переименовывать модули, чтобы они начинались с маленькой буквы, а не с большой. Вот. Ибо разнобой. Вот. Вот и все. Модули по-хорошему должны начинаться с маленькой буквы, а не с большой. Вот, кстати, этот текст, в нем ТК-интер будет с большой буквы, потому что он в свое время был написан еще для второго питона, но разница особо невелика. Да. Значит, теперь относительно. Но библиотека это примерно одна и та же. Ну, просто все равно язык другой, да, вам все равно код на втором питоне, код на третьем питоне, в случае даже не в случае ТК-интера, а в принципе, не будут выполняться одновременно. Поэтому ничего такого в переименовании ТК-интер в маленькой букве не произойдет. Значит, теперь, что касается самого ТК-интера. Итак, мы говорим, что это виджет-сет, что он состоит из окон, что реализуется событийная модель, такая примерно, как помните нашу лекцию про async. Вот примерно такая. В действительности это выглядит так, что у вас есть вот в этом движке ТК-интер, есть, ну, ТК, есть низкоуровневые события, которые вы генерируете там мышкой, клавиатурой, по таймеру. Ну, короче говоря, что-то происходит. То, что происходит, попадает в зубы самому ТК, и ТК начинает это интерпретировать. Как? Ну, например, вы нажали кнопочку, а эта кнопочка на клавиатуре означает ввод там буквы И. Какому окну, какому виджету эта буква И предназначается? Логика ТК говорит, эта буква И предназначается вон тому окошечку. Вот. То есть низкоуровневые события обрабатываются и превращаются в так называемые синтетические события, то есть события, которые происходят с непосредственно виджетами. Да? Ну, например, там, не знаю, expose окна,
да, изменение текста внутри поля ввода, фокус, вот это все, да, это результат того, как вы подаете не скоро, не события, но они интерпретируются ТК как события, происходящие с, собственно, виджетами. Те события, которые происходят с виджетами, можно обрабатывать. То есть регистрировать какую-то функцию, которая будет говорить, ага, случилось такое событие, значит, мы сейчас что-нибудь сделаем. Там поменяли содержимое окошечко, значит, в другом месте тоже должно что-то поменяться. Довольно типичный способ событийного программирования с помощью callback'ов, который, в принципе, характерен, по-моему, для всех практически виджет-сетов, в том числе и DTKint. Как это выглядит в нашей программе? Вот мы регистрируем окошко, которое унаследовано от базового класса frame. Frame – это просто окно, внутри которого могут быть другие окна. Да? Все окна вложены друг в друга. О, давайте я дочитаю вот это. Да? Значит, тоже вполне стандартный подход для всех виджет-сетов, не только для ТК, что все вот эти виджеты, окна, вложены друг в друга, и при администрации произошедшего события вот эта вложенность тоже имеет значение, да? Понятно, значит, тот, кто выше всех, он и получает, скажем, клик мыши. И это делаете не вы, это этим занимается как раз за вас ТК-интер. Если у вас внутрь одного окна вложено сразу несколько других окон, то есть внутрь одного виджета, внутрь этого фрейма, вот этого фрейма, который вы зарегистрировали, да? Вот вы даже заинитили. Вложено несколько других, то в каком месте эти другие появляются, этим управляет так называемый Geometry Manager, то бишь есть некоторые правила по тому, сообразно какой геометрии размещать внутри значит, вашего виджета другие виджеты. В данном случае эта геометрия называется grid, то есть просто решетка, ну как бы сетка, табличка. И вы говорите, я создаю кнопку. На этой кнопке будет надпись quit. Это обработчик нажатия на кнопку вызовет вот такую функцию, которая просто закроет данное окошечко. Вот. И последний этап. Говорим, разместить эту кнопку сообразно алгоритму, сообразно геометрии grid. По умолчанию это значит в левый верхний угол нашей геометрии. Про геометрию я сейчас чуть-чуть расскажу, но чуть подробнее будет в следующий раз. Вот. Тут возникает, кстати, проблема, с которой мы сейчас встретимся, неразрешимая, которая есть везде, опять-таки, во всех виджет-сетах, за исключением ситуации, когда вся вот эта машинерия по геометрии от вас скрыта, и вы с удивлением наблюдаете, как ваши кнопочки ползают по экрану, будучи просто объявленными. Вопрос вот в чем. Кто определяет, в каком месте стоит кнопка? Сама кнопка определяет? Или ее родитель определяет, как кнопки разложить? Вопрос сложный, вот как вы, он может решаться в случае ТК-интер по-разному, но мы сейчас все это увидим. Как видите, даже для того, чтобы нарисовать одну единственную кнопку, потребовалось, ну так, 8 строк кода. Да? Одну единственную кнопку. Представьте себе, что у вас хоть интерфейсов, хоть элементов в вашей программе, ну, 60. Программа для работы с GUI очень быстро становится большой. Причем, в отличие от типичной программы на Python, где, в общем, если вы что-то написали в столбик, то, скорее всего, вы что-то написали не так. Когда вы работаете с GUI, очень часто бывают прям последовательности действий столбик, которые делают с одним виджетом что-то, с другим виджетом что-то, с третьим виджетом что-то. То есть это такой отличительная черта вот такого рода, такого уровня интерфейсных библиотек, как ТК-интер, что у вас довольно много последовательных линейных действий. Мы это сейчас тоже увидим, мы сейчас будем улучшать эту программу. Вот. Что еще? Образующий цикл, который, собственно, обрабатывает события, вообще от вас скрыт, вы говорите, все, пошла работать. Что при этом происходит? При этом происходит два класса вещей. Первое. Происходит вот это вот первоначальная обработка низкоуровневых событий, превращение их в синтетические. И если этого достаточно, то эти синтетические события
обрабатываются виджетами без вас. И вторая вещь, это те обработчики, которые вы зарегистрировали, обрабатывают эти самые события так, как вы захотите. Ну, в частности, вот если мы запустим вот эту штуку, у нас есть кнопочка Quit. Например, когда она получает фокус, посмотрите внимательно, может быть, не видно в записи, но тем не менее, она светлеет. Вот это вот событие, кнопка получила фокус, и поэтому ее надо другим цветом нарисовать. Это то, чем вы не управляете. Ну, вы не видели этого куска кода в тексте. Это все свойство самого виджет-сета. Это он этим занимается. Когда вы на кнопочку нажимаете, она проваливается. Видите? Это тоже не нужно этим управлять. По умолчанию и без вас он рисует проваленную кнопочку. А вот self.quit вызвали вы, когда нажали на кнопочку quit. Еще один признак, из-за которого получается длиннолинейные последовательности многолинейного кода, это инициализация самих виджетов. Представьте себе, что вам нужно задать цвет, бэкграунд цвет, шрифт, размер, позицию в гриде, текст, поведение, и все это отдельной командой. Ну, понятное дело, что у вас получится такой код в столбик. Давайте, что ли, пример побольше, добавим сюда еще одну кнопочку. Так, кнопочку. Сейчас, что у нас? Тут все нормально. Отлично. Вот хорошо. Значит, что, добавим кнопочку. Еще одну. Назовем ее как ее назовем? Time. Кнопочка будет выводить время. Куда? Мы еще лейбл добавим, надпись, в надпись лейбл. Ну и здесь comment равняется self.setTime. Кстати, обратите внимание, self.quit это метод, унаследованный от фрейма, а вот setTime надо еще самому написать. Ну, напишем. Что нам еще нужно? И нужно еще внизу сделать self.timeLabel равняется tk.label self текст равняется, ну, текст равняется t. Вот. Теперь их надо все положить. Значит, от того, что вы создаете эти элементы, они не появляются на экране, их нужно положить с помощью правильной геометрии, ну, скажем, time button, time label. Вот после этого они появятся в рамках того виджета, в который вы их встроили. В какой виджет будет встроено quit button, time button и time label? Где это написано? Вот здесь это написано. Первый параметр, когда вы создаете виджет, это какому окну он принадлежит. Вот. Если вы пишете known, у вас запускается новое окно. Если вы пишете, внутрь какого окна вы его встраиваете, в данном случае это окошечко application, унаследованное от фрейма, вот оно, да, то происходит та самая иерархия виджетов, о которой я говорил в начале. Да? Вот они все трое будут встроены в виджет application. Соответственно, когда мы говорим: дорогая кнопочка, устройся в табличке, будет происходить взаимодействие с табличкой, с табличной геометрией этого самого селфа, то бишь аппликейшена. Вот. Ну и мы сейчас увидим, что при этом произойдет. SetTime. Мы не написали SetTime. Dev SetTime self. TimeLabel. Сейчас, давайте посмотрим. Там какие-то хитрые. А, текст. Точка. Текст. Равняется. Давайте еще импорт тайм. time.strftime процент как-то так, что ли?
Смотрите, it works. Ой, да. Это некоторая особенность, про которую я забыл сказать, сейчас расскажу. Вот, смотрите. Значит, что мы видим? Мы видим, что у нас кнопочки расположились одна над другой. Кнопочка, кнопочка, лейбл. Мы видим, что при нажатии на кнопочку Time, и вообще вот при изменении геометрии происходит вот такая штука, а при нажатии на кнопочку Time происходит вот такая штука. Что это такое? Это значит, что наша геометрия устроена таким образом, что у нас есть табличка из одной колонки и трех строк, что каждое добавление просто слова grid добавляет новую строку, и что, обратите внимание, они все по умолчанию центрированы. Да? Вот. Вот, давайте. Обратите внимание, кстати, на то, что я сейчас делаю. Я беру и делаю коммит, используя не вызывая редактор для commit message, а прямо указывая эту commit message в параметре. А он говорит, не, ребят, ты что-то не понял. У тебя ни одного файла в commit не добавлено. Ты что собираешься изменять? И тут есть вторая штука, которую мне прям советуют. Либо надо добавить в изменение, как мы это делали раньше, с помощью git add соответствующий файл, либо говорим git commit минус a, что означает, что все файлы, которые уже есть в репозитории, то есть не новые, а уже есть в репозитории и при этом измененные, считаются по умолчанию автоматически добавлены в commit. Вот теперь, пожалуйста. Заодно можно посмотреть, что я добавил. Это был git log минус p. И это к вопросу о том, как делается git commit. Ну вот, у нас осталось 5 минут, но мы успеем. Значит, давайте мы вернемся к нашему файлу. Вот. Чего мне здесь не нравится? Здесь мне не нравится, что у нас все кнопочки друг под другом. Давайте мы их немножко поправим. Кнопочка quit должна быть после кнопочки time, но дело как бы здесь. Это значит, что time у нас в левом верхнем углу, а здесь должно быть row равняется нулю, а column равняется одному. А здесь у нас row равняется одному, это можно не писать, это не обязательно. А вот здесь вот column, ну нет, давайте пока так оставим. Даже не так, можно даже вот так оставить. Во, смотрите. Что теперь мне не нравится? Мне не нравится, что у нас теперь табличка 2 на 2, видите, да? Две колонки и две строки. И вот этот лейбл, он занимает только одну ячейку, а он должен занимать все ячейки нижней строки. Как это сделать? Сказать, что он занимает две колонки. Column span равняется 2. Ну-ка. Красота. Вот. То есть, обратите внимание на то, что я управляю геометрией размещения моих виджетов. Вот. Хотя это управление слегка вот такой носит такой легаси вид, метод. Вызывается вот так. Понятно, почему так вызывается. Он вызывается так, потому что вот этот time-button отдает геометрии, принадлежащей фрейму, отдает какие-то свои параметры. Какой он хочет быть ширины, умеет ли он расширяться, ну и так дальше. Мы об этом поговорим, когда будем говорить про Geometry Manager специально. Но идея именно такая. Вот, пожалуйста, уже да, вполне какое-то приложение, которое даже какие-то кнопочки рисует, они как-то даже... Вот. Можно, кстати, здесь вызвать еще self. И тогда можно было даже вот так не делать. Вот.
Давайте я посмотрю, осталось совсем немножко, но... А, сейчас нет. Вот так, да. Так, спасибо, Женя. Женя посоветовал заменить на супер. Вот, и это правильно, потому что если у нас множественное наследование, то оно будет правильнее сделать. Да? Вот, я вижу, что идея была правильная. Вот. Ща. Собственно, последнее, что я хотел сказать. Особенности. Я говорил, что у ТКИнтера... Давайте, во-первых, сделаем коммит. Делаем git статус. Увидим, что у нас... Вот, ошибка была. Делаем git статус. Видим, что мы на два коммита впереди нашего репозитория. То есть мы как раз по этому циклу прошлись более одного раза. И если, например, мы хотим сейчас поправить что-то вот здесь вот или вот здесь, мы имеем полное право, потому что видите, где наш origin. Вот ниже этого места мы, если исправляем историю, мы, возможно, подводим наших товарищей, которые с нами мержились. Выше этого места мы можем исправлять историю сколько хотим. Вот. Ну, мы не хотим. Публикуем. Значит, обещанный рассказ... Время наше вышло, но я все-таки потрачу несколько минут. Обычный рассказ про особенности. Особенность первая. На самом деле, помимо вот этих виджетов, которые мы используем, frame, button, label и всех остальных, первым делом запускается так называемая корневое окно, которое называется ТК. Вот оно. Я еще ничего не создал, окно уже запустилось. То есть на нем ничего нету, оно непонятного размера. И иногда бывает так, что вы, когда сложную программу пишете, вы забываете, например, привязать... Смотрите. Вы забываете привязать окошко к паренту, и у вас раз и выскакивает еще одно ТК-шное окно. О, кстати, нет, так не работает. Вот, с этим надо смириться, просто всегда вставлять сразу внутрь этого базового окна какой-нибудь виджет, примерно в той форме, в которой мы это сделали на лекции. Да? Мы сразу заводим фрейм. Он сразу заводится внутри этого самого окна. Ну, в общем, вот так. Это первая особенность. Вторая особенность довольно смешная. Смотрите. Вот наша программа. Мы ее запустили с Python-E. Помните, что такое Python-E? Это значит, не выходить из Python после того, как программа закончится. Я нажимаю Quit. И мы получаем странную штуку. Программа закончилась. В питоне интерпретатор уже работает. У него есть всякие объекты. Только окошко не закрылось. И мало того, что не закрылось, оно продолжает работать. Обратите внимание, нажимаю тайм, и код на питоне, который мы написали, приложение продолжает работать. Вот. Это тоже следствие того, что на самом деле у нас запущен целый интерпретатор тикля. Под этот интерпретатор тикля написаны биндинги к питону, и питон обрабатывает события тикля. А то, что наша программа сказала на себя quit, ну сказала.
пока питон не остановится, все это будет работать. Мы даже можем, наверное, сделать вот так вот. Ты дыщ. Вот. И только после остановки питона все это вернется в освоясь. Вот. Это, повторяю, такая особенность конкретно работы с такаинтером. Кстати сказать, как вы только что видели, в чем-то полезное. Потому что вы можете пальчиками взаимодействовать со своим приложением. Вот. С ней надо просто смириться вот, и терпеть, потому что такая двуслойная структура. Так, значит, все, я заканчиваю. Мне для учащихся в МК в какой-то момент с кафедры почему-то потребует список студентов на спецкурсе по вот этому. Поэтому регистрацией на спецкурс является не попытка написать мне письмо на Gmail, а регистрация, значит, вы создаете свой или создаете новый публичный репозиторий, условно говоря, для решения домашних заданий, и регистрируете его вот в этой баге. Вот. Обязательно указывать фамилию, имя, отчество, обязательно указывать группу и факультет, если это не ВМК. Вот. И обязательно указать, собственно, тот репозиторий, который тот самый ваш публичный репозиторий, с которым периодически, ну, как бы, по идее, можно межиться и клонить его оттуда. Вот. Вот этот список и будет отослан в учебную часть, когда меня спросят, кто зарегистрировался на спецкурс. Так что вот. Я об этом напишу еще отдельно в этом самом. Конкретно этот репозиторий, зарегистрированный здесь, это репозиторий, ну, так скажем, с домашними заданиями, я еще не принял решение, как будут выглядеть домашние задания, так что мы пока на нем оттопыриваемся, пишем какую-то программу, вот здесь будет домашняя задачка, очень простая на ТК-интер, ну, вот примерно такая, значит, не забудьте его решить, вот. К середине семестра будет еще одна итерация регистрации уже совместной разработки репозитория, ну, да когда дойдем, тогда и дойдем. Собственно, все. Если есть вопросы, задавайте. И мы уже 5 минут вышли за регламент. Вот. В следующий раз тогда мы продолжаем разбираться с Git-ом. И я посмотрю, возможно, мы будем продолжать разбираться с ТК-интером. Да, значит, предупреждаю, что семинар онлайн, то есть не онлайн, а очный, в 758 аудитории у нас в субботу, а не в понедельник. У нас расписание по субботе, имейте это в виду. В смысле, в субботу расписание по понедельнику. Вот. Так вышло. Не знаю почему. Но вот наш конкретный семинар будет в субботу. Все. Я вижу, что вопросы уже пошли немножко не по лекциям, так что, видимо, тогда всем спасибо, всем до свидания. До следующий раз. Я обещаю, что в следующий раз бла-бла будет меньше, а демонстрации больше. Вот. У ДЗ всегда один и тот же тайм-лимит 6 дней, так что к понедельник. Ну, к концу воскресенья, разумеется. Все. Всем спасибо, всем до свидания.